отлично. Вот и приложим, ага. Так, и начали. Вы вот там, вы кто там, вот, вот так отлично. Да, крики там, а тут затягиваем. Вот. Давайте еще раз то же самое. Еще раз так же? Да, 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 да. Ну, чтобы там камыши здесь там, не важно, что там. Начинаем устанавливать ее. Начали. Угу, опускает нос. Вот так оно и происходит. Да? Вот то, что мы на Микояне взяли этот видеофрагмент, он этот большой тоже опускает, он потом поднимает нос. А теперь вы можете поднимать его, может, или нет? Или нет, но опускать его обязательно нужно. Ну все, этого достаточно. Так, отлично, давайте, знаете. Так, начали. Так, я кручу вечно? Да. Так, я выключу. В другую сторону. Поехали. Так, отлично.
отлично. Еще разок. Подумать, где знак снимает. Раз, теперь другую. Прям подводная лодка. Отлично, да. Давайте еще раз с той ручки, сейчас еще раз. Пять минут, дадим обязательно. Не надо. В другую сторону, да? Печатный станок у нас. Печатаем. Давайте еще раз печатаем. Я его против не беру. Отлично сняли. Слушай, вот там высматриваете прям тут. Прям прям пало. Вот так вот. Не-не-не-не, вот так. Угу. Вот так отлично. Во. Вот так, отлично. Там кнопку куда нажали на пульте. Дальше смотрим. 4 стоял, все приходили и спрашивали, при чем тут танк Т-34 модель. Оказывается, двигатель его, это первый авиационный дизель, который ставился на ТБ-3, по-моему, на ТБ-5. После того, Кошкин сказал, что бензиновый двигатель не вытягивает, и вот друг скатил и сказал, у меня есть хороший двигатель. Они ему два поршня уехали. И здесь, кстати, турбину на дуло разрабатывали. Ну, вот выходили для этих двигателей. На И-16 стали. Еще в академии в корпусе А в 1935 году делали, я еще как-то там в нарядах стоял, там много рассказывали, первый в мире невидимый самолет. Делался он из оргстекла, ну, по тем временам это что-то. Все окна были заколочены, и да, блестел. А по виду он на И-16 походил. Фотографии есть где-то. Невидимый самолет. И Ростовский у нас еще преподавал. Был преподаватель. До сих пор преподает еще. Это в Питере. Больше штаб начинал. Вот тут вот. Ёлочки стояли, три здесь, вот с этого балкона, вот с этого окна. Наблюдался пожар на полевом. Кстати, он здесь есть? С голосом. По тем временам очень маленькими. Монитофон. Ну, я понимаю. Сейчас как плеер. Сейчас что он делает? Вот он. То же самое. Американцы, они в каком месте оспаривают, что... Американцы, они у себя оспорили и сказали, мы космонавты. Все. Ну, есть меж... Ну, даже смотрел, опять же, американский фильм про автоматы. Стрелковое вооружение. Ну, говорит, еще есть, говорит, автомат Калашникова, так, вскользь. А так, говорит, М-16 там рулит везде.